О, какой смешной. Хороший у тебя фингарчик. Так, что-то у меня... Это что-то одинокие сердечки пошли. Привет. Так, всем привет. Нас давно-давно не было, но мы опять появились. Маська у меня сегодня-завтра еще дома. Мы сделали красивую попу. Все, кто ее не видел, смотрите в Инстаграм. У нас там маленький короткий ролик. А потом более полный вариант того, как проходила операция, как все произошло у нас, мы покажем на Ютубе. Да. Попу сделали, все в Инстаграме. Мальчики, девочки, смотрите там. Там получилось реально все, как хотели. Получилась именно та самая бразильская попа, о которой мы мечтали. Вот. Так, Маська как чувствует? Как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую, слушайте, нарастает отек, поэтому боль начинает усиливаться. Мне очень приятно. Я вон поставила себе фингал. Каши. У меня никогда в жизни не было фингала. Все говорят, ты красотка. Вот посмотрите, какие красотки бывают. Волосы он все сплелись после операции. Вот, но надеюсь, видите, лицо все прошито нитками. Но скоро будет красота, я верю в это. Но фингал меня вообще прикалывает. Потому что кто-то взял и стоя заснул. И не успел я Масю поймать. А, так, я забыл отключить звуки. А, сейчас надо все звуки убрать, звуки. Опа, опа, вот так. Так, что на лице? Личико поцеловали золотыми ниточками, чтобы все контуры сохранить на десятилетия вперед. Вот. Фингал поставил, потому что заснула. Я уснул, я стоя уснула. Стоя уснула, упала. Да. И с криком ЗВДВ решил ударить кровать. Риги, привет. Так, что у нас еще хорошего? Ну, собственно, вот так вот. Ждем теперь, когда попа вся восстановится. Шовщики будут снимать дней, наверное, через 12, пока вот Маська пьет антибиотики, свежевыжатые соки. И, собственно, вот так вот. Да. У нас шелак, да, у нас шелак, у Маси тоже. Так, привет, Эстосна. Привет. Саня, у тебя с этого меча с головой торчит. Думаю, что так башка болит? А у меня с этого меч в башке застрял. Да прибудет с вами сила, да. Как можно стоя уснуть? Но после хорошего наркоза с хорошим обезболивающим можно стоя уснуть. Вот. Собственно, так, как в туалет ходить? Стоя, так ходить. Вот и учусь теперь стоя писать. Так, что за операция, ребята? Все в Инстаграме. Смотрите, мы перевели большинство деятельности туда. То есть YouTube остался как информационный портал, а Инстаграм такой более короткий, четкий, быстрый, дерзкий. Вот. Перед Зеленогорска. О, сегодня вся Лена будет нам передать привет. Спасибо. Привет, спасибо. Так, Малинка нам показывает чашечки кофе. Видимо, у нее кофе. Класс. Но Малинке-то уже вечер, она уже скоро спать будет. А-а-а. Так, вы когда-нибудь ругаетесь? Очень редко. Так, ты как Арнольда Шварценеггера. Прикольно. Так, да, я гомосексуал. Вот мой партнер. Избитый. Избитый, да. Так, какие настоящие привет с Тюмени. И Сибири наш привет. Так, где брови? Брови выжигаем, потому что скоро будет новый перманент. Попу качать нельзя, как же нельзя? Усиленно можно постоянно качать. Мася была против попы, что изменилось? Ты была против попы когда-то? Да вы что, с ума сошли? Я очень давно не мечтала. Вы не представляете, смотришь в зеркало, вообще такая кайфуха. Я бы такого никогда не сделала, не добилась бы тренировками, потому что у меня спина не дала бы сделать бы этого. А сейчас раз, у меня такой прогиб, такая попа. Но болит все вообще ужасно. Так, что еще? У нас тут передавали привет Грузия, Владикавказ. Вам, ребят, огромное спасибо. И наш пламенный привет вашим южным дружным странам. Так, привет из штата Аризона. Прикольно, привет. USA, привет. Да. Так, это теперь навсегда? Что навсегда? Попа? Попа навсегда. Как на сайте Инстаграм? Не знаю, у меня... Мася Шпак. Забейте Мася Шпак. Да, а у нее надейте меня. Угу. Ты же меня отмечаешь на своих фотографиях? Да. Да, хорошо. Так, привет из Самары. В Питере такую операцию делают? Да, и в Питере, и в Москве. Ссылка на нашего хирурга у нас в описании есть. Так что Вы смотрите. Не представляете, как круто. Вот такой маленький шовчик. Там от сфинктера до копчика. Там вообще ничего не видно. Да, шов не видно. Такая попа. Прям ух. Так. Что, в попу закачали? Ничего. Там стоят и импланты. Тебе здоровья.
Спасибо. Фигуру попу нет. Даже ради вас, дорогие наши друзья, вставать мы не будем. Масе вставать тяжело и трудно пока. У меня сейчас трудно. Привет, да. Из Баку. Баку огромный привет. Привет. У меня тоже сделана попа уже давно. Так. Так, зависло. Да ладно, по-моему, ничего не висит, по-моему, все хорошо. Вы чего, оба мужики, что ли? Ну, я мужик. А я нет. Она нет. Верим ли мы в Бога? Да. Так, все, я тебя боюсь. Что за операция, что из головы торчит? Как сказали, из головы торчит световой меч. На самом деле это у нас вот такое освещение. Видите, вот такое вот. Так, привет из Махачкалы, спасибо и вам. Какой период заживления? Ну, через 3 недели можно приступить к легким тренировкам, а уже окончательно где-то, наверное, неделек через 8. Так. Что за синяк у Маси? Глазиком ударилась после наркоза. Откуда, вот деньги? Откуда деньги на операции? Знаете, есть бесплатные операции, особенно если у тебя хорошие друзья. Так, поправляйтесь, спасибо. Мася, здоровья. Да, собственно, вот. Привет из Томска, привет из Сталина, всем спасибо. О, круто. Муж Масю бьет. Привет из Ростова, Арзамаса, всем огромное-огромное-огромное спасибо. Так, как же Секас? Секас откладывается недели на... Надолго. По 3 здоровый глазик. Так, Мася легкой реабилитации, привет из Томска, спасибо. Так... Челябинск. Наши тут пишут. Анапа. Имплант под мышцы или над? И не так, и не так. Имплант непосредственно в мышцы. Так, сами подскажи, на массонаборе стоит кардио делать тренировки? Абсолютно. Абсолютно точно стоит. Как минимум, это хорошая разгрузка для мышечной системы. Это улучшает лимфоток. И самое главное, ЖКТ это очень-очень нужно. Так. Привет из Германии, я видела. Да. Интересно, Сашка нас смотрит, Адонин? Я думаю, да. Сашка, тебе привет. Как Маська спит? В основном на животике. Хотя на самом деле на спинке сейчас вот она лежит, но это недолго. Украинский тату в Инстаграме. А, я не запрещаю прочитать. Так, Анапа, Краснодар нам привет передает. Не хотите ли мы детей? Мы отвечали по этому поводу. Зубки у меня красивые, спасибо. Почему? Вы спать легли? Нет, я приехал с работы. А Маська, да, у нее постельный режимчик, несколько часов. Привет из Канады. Канада, огромное спасибо. Так... Как Мася спала? На боку, либо на животике. Когда сидят, сидят не на имплантах, сидят на попе. Так, по-моему, там был привет из Таджикистана, но я не успел прочитать. Зато вот привет из Пушкина точно вижу. Прикольно. Так, из Дагестана. А, кто вы такие? Садиться когда можно? Садиться можно будет недельки через 2-3, но это связано больше не с имплантами, а с швом. Кем работаю? Работаю тренером. Так... Где делали операцию? Мы делали в СПБ. Что, зайка? Да, я такая обычная, там лезу, что-то вставляю, там ля-ля-ля. А сейчас что-то силов нет. Лежу такая спокойненькая. Ну и хорошо. Привет из Свердловской области, из Грузии. Зачем накрасили руки? Да это татушки, я их не красил. Так, привет из США, из Беларуси. Спасибо, разные такие области. И Екатеринбург. Вот так. Мне интересно, вот... Да, вот, да, Таджикистан передал привет. Что интересно, зайка? Здорово. Да мне вот интересно, откуда в людях столько злости вообще, вот, и агрессии? Почему пишут такие плохие слова? Это тем, кому не хватает слова? Достаточности. Тем, кому хватает достаточности, живут прикольно, смотрят на что-то и радуются. Но если им что-то не нравится, они точно это не смотрят. А те люди, у которых все хреново, им нужно выкинуть свою хрень куда-нибудь. Поэтому она, собственно, так выливается. Поэтому ты читай хорошие комментарии. Ладно, хорошо. Так, привет с Украины. А, ты тренируешься, а драться ты умеешь. А зачем мне драться? Я вроде как не на микс-файта претендую. Так, а тренируешь в каком виде спорта? Фитнес. Работаю с тренировочками, работаю с девочками. В основном работаем над попой и ножками. Так. Так. Это, видимо, после операции я такая чувствительная. И это хочется точно. Плакать и все такое. Тебя все обижает. А так я обычно на такое не реагирую. Да, привет из Луганска. Так. Саша, доделал уже татухи? Нет. Только-только, вот видите, новые появились такие. Короче, ребят, все есть в инстаграмах у меня и у Маси. Там есть, в общем, все. В каком мы городе? В Санкт-Петербурге. Так. Маси, как же вы друг друга нашли? Нам повезло. Нас свела судьба.
Так, стоп. Она водила-водила нас друг около друга, водила-водила, да. И однажды свела. Навсегда. Мася, это очень, тебе пишут многие, так что спасибо, спасибо. Огромное. Спасибо. Спасибо, что вы меня любите, даже когда я в таком виде. Привет с Кореи, Мася. О, круто. С Кореей у нас, кстати, был один раз привет. Наверное, это южная все-таки Корея. В северной, по-моему, интернета они до сих пор не разрешили. Ой, слушайте, вроде у нас подтвердится отель, и в Таиланд очень хочется. 16 числа мы поедем на 3 недельки, где я буду заниматься, тренироваться. И уже окончательно восстанавливаться. Да, и делать красивую-красивую фигуру. Так что буду красивая. Так. Так, чего? Почему у Саши маникюр, Мася спрашивает? Ну, потому что это красиво, потому что у нас все вместе и одинаковое. Вот так вот. Да, и цвет у нас одинаковый. Как выступление Дениса Гусева? Нормально, Дэн молодец. Дэн профессионал, вырвался на Олимпию. Соответственно, по-моему, все круто. Для такого старта все очень-очень-очень неплохо. Так, собственно, это про Дэна. А Мася — это уменьшительно-ласкательное имя, а настоящая-настоящая Ира. Мася, потому что масенькая. Ты красавчик, Саша, не обращай внимания на плохих. Так, предстатистические станы мы уже прочитали. Вы лучший, привет с Деменской. Спасибо, привет. Это, наверное, дом 3 или 5. Кто-то там рядышком прямо живет. Так, привет с Алматы. Вы хорошие. И привет с Питера. Мася, когда будут детки? Никогда. Никогда. Привет из Кандалакши. Блин, сколько из области нас смотрит. Меня на самом деле радует, что у нас наконец-то появился интернет в области. Да. Что думаю о Невском? Ничего. Я на самом деле пока лично не знаю, ничего не могу сказать. Привет из Узбекистана. Так, Москва? Мы? Нет, мы из Санкт-Петербург. Привет из Сочи и Сибирь. Почему Мася синяк? Мася... Мася писала и упала. Забыла. Забыла, зачем встала. Почему у меня глаза накрашены? Вам, собственно, нужно на YouTube. Там все рассказано. Гоу на тайские каникулы. Без вас будет скучно. А, по-моему, нет тайских каникул в этом году. Серьезно. Хотя, как кто знает, на самом деле мы-то с Масей на Новый год в Тае. Привет с Нальчика. Северска, Одинцова, Краснодар, Одесса, Саратов, Череповец. Ребята, клево. Классно. Так здорово. Так вообще воодушевляет. Да. Ну, у нас тут такие вот, да, прикольные лампочки. Можем показать вид напротив. Кстати, тут нас спрашивал, верующие мы или нет. Сейчас покажу. Видите, у нас в массе тут стоят такие иконы. Вот эта иконка вообще очень древняя. Такие у нас розочки. Тут у нас телек такой. Там мы смотрим фильм. Сегодня смотрим Варкрафта с Масей. Так. Казахстан, Таджикистан еще раз передает привет. Самара. Почему не будет детей? Потому что всю историю мы рассказывали на Ютубе. Там 5 интервью по часу. Неужели вы думаете, что мы будем 5 часов сейчас в Перископе рассказывать? Так, хочу удалить комки Беша. Это хорошая история. Ой, у это меня очень круто. Удалено. Как видите, у Маски тоже удалено. Но у Маски отек пока, потому что ниточки золотые. Собственно, так, привет из Майами, Твери, Татарстана, Минска. Так что спасибо. Круто. Какая была операция? Раз вы меня здесь нашли, найдете в Инстаграме. Там все написано, все рассказано и снято красивое видео по поводу того, как у Маси сделана попа. Мася, выздоравливай. Спасибо. Как называется канал на YouTube? Так и называется Саша Шпак. Забивайте, и там меня увидите. Саня, возможно, подготовиться на городские соревнования по мэнс-физик без фармы. При определенном типе сложения и знаниях, я думаю, что на городской уровень можно подготовиться без фармы. Реально. Не скажу, что попадете в топ-3, но если там человек 20, в десятку точно должны попасть. Реально такое бывает, и без прикола знаю ребят, которые очень-очень круто выглядят. Привет с Каменска-Уральского. Okay. Зачем ногти красишь? Ответ у нас тоже на Ютубе. На самом деле вы часто так его задаете, что я не успеваю на это отвечать. Так, привет с Осетии. Спасибо. Дорого ли стоит попу сделать? Смотрите в Инстаграм. Сразу под видео, перед хэштегами, написана ссылка на нашего врача. Она вам расскажет абсолютно все. Ну а так это уже смотрится на приеме. Ну и помните, хорошую красивую задницу можно сделать только в том случае, если у вас, соответственно, хорошая задница уже есть. Если же она дряблая, нет мышц, то хирургу некуда ставить, и вы пойдете тренироваться. И, скорее всего, ко мне. Так. Почему решил изменить имидж? Тоже на Ютубе. Как думаешь, Фил Хит был достоин мистера Олимпия в этом году? Честно говоря, очень давно не смотрим. Салам из Мурманска и Мурманску салам. Там я прожил первые 10 лет своей жизни. Почти, почти там, рядышком. В 40 километрах ближе к Норвегии. Так. Во время секса твоя партнерша любит в глаза смотреть тебе или нет? Люблю. Люблю смотреть.
Я тоже люблю. Так. Только у меня попа болит. Не мучай девушку, она была до тебя нормальная. Кто бы спорил? Нормальная? До меня была нормальная, теперь ненормальная. О, будильник. О, а это означает, что тебе надо пить антибиотики. Таблетку. Я тебе подам. Дам 15 минут, не проблема. Привет, Сахалина. We marry, yeah, it's true. Так, привет с Донбая, в Печенге. В каком зале тренируешься? Дивинская 4, это СК. Собственно, вот так вот. Мальчики и девочки, еще 2 минутки, задавайте вопросы, если они какие-то остались. А потом мы с Маськой будем продолжать смотреть Варкрафта в обнимочку. Как нас найти в Инстаграме? У меня александр.шпак на английском, соответственно, меня сразу найдете. Мася тоже. А я Мася Шпак. Мася, как, Саня, какие языки знаешь? Я чуть-чуть говорю на английском и немножко на испанском. Для того, чтобы объясниться, более чем хватает. Какую операцию сделали? Делали попу. Всем, кому интересно, как прошла операция, залезайте в Инстаграм и смотрите, как у нас прошло. Новый год на Пхукете абсолютно однозначно точно уже вроде как подтверждают. Хотя мы уже там 2 раза заказывали разные апартаменты, и у нас немножечко срывалось. Но я надеюсь, с 3-го раза все выйдет. Меня в тюрьму не сажали. Это проблема СМИ, а не моя. Так, курс антибиотиков долгий? Нет, 5 дней. Ты реально себя чувствуешь мужиком? Нет, я себя не чувствую мужиком ни с красными ногтями, ни со стрингами. Мужики в деревне. Так, все, Мася, тебе поправляйся, здоровья тебе. Спасибо. Ты жил в Печенге или в Никеле? Нет, я не жил, меня там никогда не было. Собственно, вот так. Все, мальчики, девочки, всем большое спасибо, кому интересно, в Инстаграм. Ну, а мы отдыхать. Хорошего дня, хорошей субботы и выходных. Пока, пока. Так, ну а теперь трансляция у нас, как всегда, не отключается. Пальчиком я тыкаю, и ничего не...